Разводить костры и проводить сельхозпалы запрещено. В минувшую пятницу введен особый противопожарный режим из-за опасности природных пожаров. Запрещено разжигать мангалы, а также разводить костры, сжигать прошлогодний мусор и сухую траву. С 15 апреля по 10 мая включительно в регионе введен особый противопожарный режим. Вводится ряд запретов и ограничений. В частности, жителям Бердска нельзя разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Данными ограничениями являются это запрет на посещение лесов, за исключением санитарной рубки и обслуживания лесов. Второе – это запрет на разведение открытого огня, в том числе на сжигание мусора в бочках металлических, запрет на приготовление пищи на открытом огне, в том числе на углях, в мангалах и жаровнях, за исключением помещений и предприятий общественного питания. Вот. Запрещается проводить любой отжиг сухой травянистой растительности. При несоблюдении правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На виновников будет наложен штраф. Уже имеются случаи перехода огня на хозяйственные постройки. Если анализировать прошедшие выходные, то есть у нас произошло 10 случаев пала сухой травянистой растительности. Вот. Наиболее места, где у нас было повторное, то есть это район кирпичного завода, то есть между старым и новым кирпичным заводом. Два раза у нас горело в районе пляжа «Ремикс», камыш и трава напротив Попова, 35. Вот. Также случился пожар на территории садового общества «Вега», где на 7-й улице была попытка отжечь заброшенный участок сухой травянистой растительностью, не справились с огнем, и было повреждение строения чужого с имуществом в виде хозяйственного инвентаря. Ущерб устанавливается, но в данном случае уже независимости от ущерба выявлен факт нарушения требований пожарной безопасности, то есть в разведении открытого огня, пуск пала травы, вот, в условиях особого противопожарного режима, и наказание будет достаточно суровым. Такой санкцией, как предупреждение, не предусматривается. Возможен только административный штраф на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц уже от 6 до 15 тысяч рублей и на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Жарить шашлыки на мангале нельзя даже в своем дворе. Это, а также палы травы будут пресекать патрульные группы, в состав которых войдут правоохранители и сотрудники МЧС. Пожарные не только выявляют нарушителей, но и ведут разъяснительные беседы.